По всей сути, я изначально, на самом деле, предлагал мужчине, говорил, что он настолько мучился, человек с тобой так поступал. Давай я просто сделаю отворот тебе, и ты начнешь новую жизнь жить. Но мужчина, мужчина все-таки есть желание попытаться посмотреть на свою жену, когда она не будет влюблена в этого мужчину и не будет гулять с утра до вечера по другим мужчинам. Поэтому мы делаем два отворота. Отворот от любовника, с которым она столько лет изменяет мужу, пока еще законному. Бросают детей. И отворот. Делаем, может, у него ушли чувства, по крайней мере, самые острые чувства. Попросил не снимать полностью чувства, чтобы именно острота ощущений ушла. Мог адекватно воспринимать информацию. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне самому интересно. Обжегся достаточно сильно. Но такое бывает со мной. Я уже привык. Есть прихватки, но я все постоянно забываю одевать. Опять же, работа уже делалась много дней. Эту работу заканчиваю. Осталось буквально 5 минут, то что работает очень много. Поэтому мы снимаем только остаток. Задавайте свои вопросы, комментарии. И как вы поступили в такой ситуации, когда много лет вас обманывают, предают? И оставляют детей на вас. А сами убегают к любовнику и пьют с утра до вечера. Не думая ни о чем.
На этом, на самом деле, мы уже работу почти закончили. Всего хорошего. И дальше не буду вас заставлять досматривать этот ритуал. Всего хорошего. Мои помощники и друзья, которые снимают пришел очень устали, уже в 7 часов утра. Поэтому всего хорошего, до свидания. Подписывайтесь. Задавайте ваши вопросы. Смотрите меня, обязательно ставьте лайк, комментарии. И подписывайтесь на мою группу ВКонтакте и в Телеграме. Всего хорошего, до свидания.